Всем привет! Сегодня у нас обзор самой огненной штучки в магазине Jetboil Flash. В аудор среде название Jetboil стало нарицательным, как Xerox или Pampers, и вот почему. Эти ребята первыми придумали и качественно сделали единую систему приготовления пищи, которая может убираться в собственный котелок. Объем флеша 1 литр, что позволяет с удобством вскипятить приблизительно 600 мл воды. Вес при этом котелка и горелки вместе составляет 370 грамм. Эта горелка наиболее популярна во всем многообразии джетбойлов, поэтому выпускается аж в четырех цветах. Отлично подходит для персонального использования или в паре. С ней удобно обращаться даже в перчатках, а вода в ней закипает в идеальных условиях пол-литра за 100 секунд. Все благодаря специальному радиатору, который не дает рассеиваться теплу. 100-граммового баллона хватает приблизительно на час работы горелки. В комплект входит котелок с теплоуловителем, подставка под баллон, горелка с пьезоподжигом. Так как пьезоподжиг может ломаться в любой горелке, рекомендуется с собой иметь отдельную зажигалку. Обязательно нужно приобрести 100-граммовый баллон. Можно также использовать 450-граммовый баллон, 230-й баллон, ну или вот такой же 100-граммовый баллон, но чтобы у него было резьбовое соединение. В котелок поместится Вместе с горелкой только 100-граммовый баллон. Любые другие баллоны туда просто а, поместятся, но только без горелки. Горелку нельзя использовать с другой посуды, без переходника. Она перегреется и станет непригодной. Поэтому также не забудьте обзавестись переходником. Вот так вот он выглядит. Давайте соберем всю горелку в единую систему. Это если мы хотим использовать какую-либо другую посуду, у которой нет специального радиатора. И вот так горелка выглядит в сборе. Если вы предпочитаете соло путешествие или в паре, хотите экономить вес и расход газа, не готовите сложных блюд, а в основном кипятите воду, то Jetboil Flash станет отличным выбором и настоящим другом в любом приключении. С вами был Спортмарафон. До новых встреч!